рамках фестиваля прошли танцевальная олимпиада Юга России и открытый турнир по эстетической гимнастике. 700 детей участников фестиваля 7 мая встречали почетных гостей, ветеранов. Был подготовлен специальный блок концертной программы, в котором выступили сочинские коллективы, народный ансамбль народов Кавказа «Колхида», образцовый хореографический коллектив «Элегия», ансамбль «Эмерети», ансамбль грузинского танца «Легенда». Председатель сочинского совета ветеранов Алексей Горбунов подготовил ветеранам благодарственные письма. Для всех гостей было организовано чаепитие.